Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И сегодня распаковка из интернет-магазина New Chic. В этот раз заказала я для сына прекрасные джинсы и вот такую пару обуви. Вот такие кеды, кроссовки. И пока сынуля едет ко мне, чтобы это все примерить, это распаковка с примеркой, я решила показать вам этот товар поближе. Ну и немножко о нем рассказать. Итак, начну я с обуви. Недорогие кроссовочки, 2003 рубля. Не забывайте про скидку, заглядывайте под слово «еще», там есть инфобокс и там есть много полезной информации. По-моему, 23% скидка для вас, то есть от этой цены. Кроссовки представлены в двух цветах. Вот это те, что у нас. И еще есть вот такой цвет в более бежевый. Вот такие расцветки. Вся обувь идет в таких вот фирменных пакетиках от New Chic. Ну что могу сказать? Мягенькие. Думаю, что это эко-кожа. Заказывала я 43 размер. Кто со мной давно на канале, те знают, что обувь я заказываю на размер больше. И, как правило, бывают, конечно, исключения. Вот, как вы помните, мои кеды 42 размера, которые на 40. Ну, это исключение. В основном я и себе, и детям заказываю обувь на размер больше. Вот, если вы носите 39, заказывайте 40. Сынуля носит 42, поэтому размер 43. Вот такая красивая резиновая подошва. Я из своих кед не вылезаю, и там тоже вот такая подошва. Значит, что здесь? Вот такой язычок. Мягкая перфорированная стелька, чтобы нога дышала. Здесь даже я еще не вытащила бумагу. Все для того, чтобы обувь не помялась при транспортировке. В общем, вот такие кроссовочки. Очень-очень мягкие. Я надеюсь, подойдут сынуле, и он останется доволен. Вот такая пара обуви. Посмотрим, как это смотрится на ноге. Пока вот чисто визуально, тактильно. Может быть, это даже кожа. Ну, как всегда, у нас эко-кожа. Ну, за 2000 я не думаю, что это натуральная кожа. Но, во всяком случае, не вызывает отторжения. Мягкая, так скажем. Сейчас прогресс шагнул вперед. И иногда эко-кожа лучше кожи. Ну, вот здесь вот мягкая такая, с этой стороны такой мягкий материал, я имею в виду язычок. Ну, в общем, посмотрим, как будут смотреться на ноге. Дальше ему понравились вот такие джинсы. Здесь они на резинке со шнуровкой, такая легкая потертость. Здесь вот так вот выполнена штанина. Внизу тоже резиночка, как и сверху. И вот такие вставки. Мне очень нравится размер S. Он у меня худенький мальчишка. Ну и вот такие кармашики на попе. Сейчас померяю длину этих джинс.
Я что-то боюсь, что они будут короткие. Хотя сейчас вот эти вот резинки молодежь носит выше косточки. Наверное, так в принципе нужно. Стоят они 3155 рублей. Но, повторюсь, не забывайте, что у вас есть дополнительная скидка. Посматривайте в инфобокс, чтобы ею воспользоваться. Представлены они в одном цвете, больше здесь нет картинок. В общем, будем смотреть, как они сядут на сынуле. Сейчас попытаюсь вручную как-то поймать ракурс, чтобы вы, ну, лучше рассмотрели, как они выглядят. Я бы не сказала, что они тонкие, но ближе к лету, скажем так. То есть это не плотная джинса. Не совсем тонкая, но и не толстая. Повторюсь, размерку, размер S. Резиночка, шнурочек, небольшой карманчик, отстрочены. И вот такая небольшая потертость. Очень надеюсь, что ему подойдут. Подобрать ему штаны на его худые ноги очень сложно. Надеюсь, что подойдут. В общем, сейчас померяю сантиметром длину. У него 1,78 м, по-моему, рост. Ну, а длина джинс я сейчас скажу. Померила я джинсы 98 сантиметров. Это вот от начала и до вот этой точки. 98 сантиметров. Короче, ждем сынулю и посмотрим, как это будет на нем сидеть. Итак, наконец-то доехал сынуля. Показываем джинсы, показываем кроссовки. В общем, сказал я, поправился. Джинсики у нас получились в облипочку. По длине это сейчас так модно. Внизу у нас здесь резинка. Ну, достаточно туго, как бы не надавила ногу. Но все решаемо. Сереж, повернись, пожалуйста. Вот так вот смотрится пятая точка. Карманчики здесь. Ну, обычные такие джинсы на каждый день. Сейчас покажу кроссовки. Напомню, кроссовки 43 размер. Сережа носит 42. Говорит, даже где-то 5 миллиметров, ну, можно было бы поменьше. То есть они не впритык, может быть, даже и хорошо. Ну, в общем, походи, пожалуйста. Сереж, нравится? Да. В общем, ему все нравится. Еще раз благодарим магазин New Chic. Спасибо, нам все понравилось. Хочу представить вам еще одну пару обуви. Это уже кроссовки для меня. Вот такого защитного цвета. Армейский, я бы сказала, цвет. Заказывала я 41 размер, ношу 40 на размер больше. Очень удобные, очень мягкие. Продемонстрирую, как они сидят на ноге на природе. Пойдем гулять, и я вам покажу. В чем особенность этих кроссовок? Это они пружинят, вот если вы увидите. Здесь как будто там воздух, может быть, там внутри гель. Сейчас есть такая технология. Подошву наполняют гелем для комфортной ходьбы. Эти кроссовки именно для ходьбы. Прогулочные, я бы так сказала. Я когда их одела, я не поняла, ну что же я как будто лечу. И у меня пятка пружинит. А потом увидела, вот под весом вот это вот все, вот вы видите, очень мягко. У меня такое впечатление, что там внутри накачан гель.
это сделано именно для того, чтобы вот, ну, меньшая нагрузка была при ходьбе на позвоночник, то есть пружинящая пятка, я бы так это назвала. Очень понравились мне, мягенькие, дышащие. В общем, вот такая пара кроссовок. Хороший объем. Как вы знаете, у меня проблемная косточка, и я выбираю вот 41 размер, но на 40. В общем, покажу, как это смотрится. Здесь все та же перфорированная стелька. Вот вы видите, чтобы дышала нога. Вот такой вот формы, повторяющая форму вашей ступни. Fashion написано. В общем, я довольна. Кроссовки по средней цене, по-моему, $40 стоят. В общем, посмотрим, как они будут смотреться на моей ноге. Друзья, прежде чем я покажу вам, как кроссовки сидят на ноге, посмотрите, какая красота у нас в парке. Парк Ивановская. Это недалеко от нашего дома. Вот такой мосточек, березки. Я не знаю, как это называется. Цветочек калужница, может быть. Посмотрите, какая красота. Мы, конечно же, идем гулять. Я выгуливаю кроссовки. Рюкзачок от New Chic со мной. Теперь я с ним не расстаюсь. Сейчас поставлю даже ногу, пока Лёшек там занимается делами. Вот так вот это выглядит сверху. И хочу сказать, вот этот момент, что мягкая пятка, я не знаю почему, может быть, там тоже гель. Друзья, очень удобно. Идешь и отдыхаешь. Нога пружинит, просто не идешь, а летишь. Друзья, кстати, вот эта вот блуза тоже от New Chic. Посмотрите, как все хорошо вписалось в образ. Вот так вот кроссовки сидят на ноге. Очень удобно. Короче, красота красивая. Вообще, я очень люблю этот магазин. Не потому, что у меня сотрудничество с ним, ну, потому что мне нравятся цены и нравится качество продукции. Не всей, повторюсь, но во многом меня все устраивает.